Был брак, есть дочь, муж ушел, у него новые отношения, и когда он берет дочь к себе, то, собственно говоря, получается, что она после этого себя плохо как-то ощущает, да, и проблема в том, как же выстроить эти отношения. Девушки, тут надо понять одну очень важную вещь. Вот все, кто в разводе, все, кто переживает про бывшего мужа, все, кто хотел бы как-то оберечь ребенка, вот обезопасить, да, тут нужно принять одну такую вещь, что он отец, и вы никак не сможете влиять на то, что он несет вашему ребенку. И он на самом деле имеет право нести то, что он несет, да, и вы, собственно говоря, вы выбрали его в мужья. Вот, поэтому вы можете влиять только на ребенка, только с ребенком вести общение, почему папа так себя ведет, да, то есть какие-то вещи ему вот объяснять, чтобы она просто понимала, да, чтобы подготавливать ее, что ее там может ждать, но соединиться, быть в союзником с ребенком, особенно если ей там уже 10, 11, 12 лет, да, если ребенок совсем маленький, еще 3-5 лет, да, то в принципе вы можете устанавливать по правилам, допустим, по прогулке только, не знаю, где-нибудь на улице или в нейтральной вот обстановке, да, да, чтобы он, допустим, не забирал ее в новую семью, да, то есть вот эти вещи можно вот оговаривать, в принципе, даже в договоре это можно прописать, но самое главное, девушки, перестаньте рвать душу, попытаясь изменить его, что он должен принести ребенку, он что может, он и принесет, понимаете, вы можете взаимодействовать только со своим ребенком по поводу этого и максимально пытаться сгладить, скомпенсировать, дать ну, от себя, да, то, что вот вы можете. Вот, а самое главное, помните, что ребенок все равно копирует модель. Поэтому если вы будете счастливы, довольны, благополучны, то он возьмет это как образец. Поэтому главное, чтобы вы были в стабильном эмоциональном отношении, да, ощущении. Прямо сейчас под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная, книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно.